Всем привет! Сегодня 10 октября 2021 год, северная сторона города Севастополя, пляж Кучкуевка. Гуляем, смотрим, сколько народу сейчас. Температура воздуха примерно плюс 20, ветерок, ну не холодный такой, нормальный. Народу все меньше, но пока еще тоже есть, конечно, уже многие точки, практически все точки торговли на Кучкуевке закрыты. Сейчас посмотрим, что есть. Вот он пляж. Практически, конечно, никто не купается. Ну так, несколько человек, потому что водичка сейчас уже примерно плюс 13, плюс 15. Достаточно прохладно, тем более такие ветра сейчас. Ну вон видно. Два человека купаются. В основном просто народ гуляет. Идем туда, в сторону турбазы. Кто гуляет, кто-то вон загорает, от ветра спрятавшись. Точка с одними из самых вкусных чебуреков на Кучкуевке. Все закрыто, по крайней мере, сегодня. В воскресенье 10 октября 2021 года. Но, скорее всего, уже закрыто окончательно, до следующего сезона, видимо. Потому что на прошлых выходных она работала. А сейчас вот тоже выходные и закрыто. Ну, вот видно, что народу не очень много. Но есть. Гуляют. Вот вышли на смотровую. Посмотрим. Видим пляж. Несколько человек загорают, раздеты, а так в основном все в одежде. Ветерок как раз с моря, то ли северный, то ли северо-западный. Такое небольшое волнение, не сильное. Вон оно, солнышко. Какие волночки. Так, вот два человека купались, по крайней мере окунались, загорали. Вот можно сравнить с их ростом, какие волны небольшие. И дальше вот смотрим, открытое море. Как раз сейчас идем в ту сторону, прогуляемся. Набережная Кучкуевки. Видим, какая обстановочка. Вот эти гастрономчики. Точки закрыты, точка с чебуреками закрыта. Чайки на волнах катаются, играют. Хорошо задувает ветер. Несколько машин стоит. Так как летом тут вся дорога забита, можно сказать, этими машинами, и территория окружающая, эти склоны. Ну и дальше вон турбаза, пляж турбазы. Посмотрим отсюда. На море, на берег. Вот сколько травы повыбрасывало, уже сухая.
водоросли. И вот видим пляж турбазы. Практически никого нет. Так, несколько человек гуляют. Ну что же, друзья, прогулялись мы сегодня по Учкуевке, по турбазе, по пляжу турбазы. Посмотрели, как обстоит обстановка на сегодня, 10 октября 2021 год. Северная сторона города Севастополя, пляж Учкуевка и турбаза.